Всем привет! Сегодня будем готовить вкуснейшее мясо по-королевски. На приготовление этого блюда уходит совсем немного времени. Вам не придется предварительно что-то варить или жарить. Просто складываем все сырые продукты и запекаем в духовке. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Свиную вырезку я порезала на такие стейки толщиной где-то сантиметр. И будем теперь их отбивать. Каждый кусочек отбиваем, солим, перчим, переворачиваем также на другую сторону, тоже солим и перчим хорошо. Шампиньоны нарезаем ломтиками. Сыр натираем на мелкой терке. Теперь берем форму для запекания или противень можно взять. Смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем туда мясо. Смазываем каждый кусочек кетчупом. Затем посыпаем половиной нормы сыра. Выкладываем грибы. Перчим сверху. Солим немножко. И посыпаем оставшейся сырной стружкой. Отправляем всю эту красоту в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем ровно полчаса. Прошло 30 минут, будем подавать наше королевское блюдо к столу. Вот и все, вкуснейшее мясо по-королевски готово. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.